закрепите необходимый припой в держателе присадки. Зачистите и обезжирьте место пайки. Наденьте защитные очки и перчатки. Равномерно прогрейте детали пайки до температуры, которая немного выше температуры плавления припоя, но ниже температуры плавления деталей. Обработайте место пайки нужным флюсом. Произведите пайку, ведя горелку со скоростью, при которой только припой расплавляется, а разогретые детали. Полностью заполните припоем зазор между деталями. Если факел случайно погас, в течение 5 секунд повторно нажмите и плавно отпустите стартовую кнопку горелки для его восстановления. Обратите внимание на рабочее напряжение. Оно должно быть около 170 вольт. После пайки не допускайте резкого охлаждения изделия. Остудите изделие на воздухе. По окончании работы выключите горелку, нажав кнопку OFF блока питания. Охладите горелку, опустив на 3-5 см в емкость с водой. Сразу как прекратилось шипение, вынимайте ее, чтобы горелка не набрала в себя воду. По окончании работы тщательно удалите остатки флюса.